В рамках года семьи газета «Видновские вести» провела конкурс рисунков «Мой папа самый лучший». Все 70 изображений лучших пап достойны того, чтобы их увидели как можно больше людей. Но победителей оказалось всего четверо. Победителей выбирала наша жюри, которая состоит из сотрудников редакции. Победители у нас занимают первое, второе и третье места. И у нас всегда есть приз симпатий редакции. Первое место досталось Веронике. Она признается, что верила в победу, но все равно с нетерпением ждала результатов. Когда маме позвонили, у меня было очень радостное впечатление, и я очень волновалась. Юная художница создала свой рисунок за полчаса, используя маркеры и акварель. Она изобразила папу в образе моряка, хотя в обычной жизни он строитель, но очень любит море. Это была моя фантазия, и папа мне больше рассказывал о море. Саша тоже очень любит своего папу. Он много работает, заботится о своей семье, помогает дочке делать уроки и ни в чем ей не отказывает. Именно ее рисунок тронул сердце жюри и получил приз симпатии редакции. Я нарисовала папу около гор, потому что он меня очень любит путешествовать. Победители получили сертификаты от спонсоров конкурса – Академии спорта на базе загородного комплекса «Видная усадьба» и Центра дополнительного образования «Артсона». А видновская дирекция киносети вручила грамоты и цветы. Золотые руки, разумеется. В этом году газета «Видновские вести» проведет еще несколько конкурсов, в которых читатели смогут принять участие целыми семьями. Олеся Мордвинова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, «Видное ТВ».